Я слышал сегодня 5 раз, меня уже тут. Тут все у нас главные, значит, одни летчики, другие, значит, курятники там и так далее. Я уже просто устал, честно говоря, желание просто дать в морду, понимаете? Так вот. Не надо. Ты хочешь проэкспериментировать? Ну не здесь только. Ты хочешь проэкспериментировать? Ты совсем сдурел, что ли? Дружище. А, Александр Евгеньевич, пожалуйста, я понимаю, что это было бы красиво. Только столько людей уже дрались в этой студии. Вот этот человек, например, да, там, 3 года назад сказал, что башня Федерации. Давайте эту охрану сюда зовите. Ну что охрана? Давай что-то. Ждешь, что я очки сниму? Слушайте, вы... Ну, Александр Евгеньевич, пожалуйста. Совсем слушаюсь. Я в шоке. Но это вы. А женщина всего-навсего спросила,